Биткоин-банкомат, который конвертирует евро в биткоины и эфириум, появился в аэропорту Схипхол, Амстердам. Установлен биткоин-банкомат на пробный период в 6 месяцев для определения спроса на подобные услуги со стороны пассажиров. Как отметила директор Схипхола по потребительским товарам и услугам Таня Дик, подобный сервис может оказаться полезным, например, если невозможно потратить евро на родине. В Схипхоле подчеркивают, что они первый аэропорт в Европе, предлагающий подобные услуги пассажирам. Однако в мире это не первый аэропорт. Аэропорт Брисбена в Австралии опередил Схипхол, интегрировав поддержку криптовалют в мае. Статистика свидетельствует, что ежегодно услугами главного аэропорта Нидерландов пользуются около 50 миллионов пассажиров.